Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам представить журнал «Навстречу счастливому дню». В своем журнале мы будем говорить о богатстве. Да-да, вы не ослышались. А вы знаете, что такое богатство? Богатство – это не то, в какой ты шубе ходишь, на какой машине ты ездишь и какой крутой телефон у тебя в руках. Богатство – это живые родители, здоровые дети, надежные друзья и крепкое плечо любимого человека. Если вы способны видеть, ходить, говорить, любить и каждое утро вставать с постели, вы сказочно богатый человек. Жалуясь на жизнь, подумайте о тех, кто рано из нее ушел. Жалуясь на мужа, представьте, сколько девушек мечтает выйти замуж. Жалуясь на своих непослушных детей, подумайте о тех, кто каждый день молит Бога об их появлении. Цените то, что имеете. Есть три ловушки, которые воруют радость и мир. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее. Если вам удастся найти кого-то, с кем вы можете обняться и закрыть глаза на весь мир, вам повезло. А вы знаете, что сказал Виктор Гюго? Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остается только жить со смехом. Итак, получается, что проблема только в наших мыслях. В своем журнале «Навстречу счастливому дню» мы будем говорить о том, что нас волнует, а волнует нас многое. Личная жизнь, жизнь в стране и мире. Кроме того, будем говорить о здоровье, о счастье. Обязательно будет юмор. Короче, будем говорить обо всем, но только при одном условии – с добром и миром. Всего хорошего вам и вашим близким. До новых встреч!